наши занятия практически не меняя формат, вот они в аудиторию приходили, теперь вот эта виртуальная аудитория стала Microsoft Teams. Удобная ли платформа? Конечно, удобная, потому что она аккумулирует в себе достаточно большое количество функционала, которым мы пользуемся на разных носителях, на разных мессенджерах и на разных платформах. Здесь достаточно компактно все уложено. Психология, да, все правильно. Это наука о вирусах. Мила, отключите камеру, пожалуйста. Влад, мы хотим вас увидеть. Отлично, спасибо. Давайте, отвечайте на этот вопрос. Обратная связь 100%, ребята и отвечают во время занятий, когда мы их спрашиваем, и присылают нам прямо в программу даже ответы на задания, которые мы им даем. Институт психологии и образования технически подготовлен к этому. Мы имеем две современные видеостудии, и в частности сейчас в студии нового типа ведется запись одного из курсов, который войдет в цифровой образовательный ресурс, создаваемый для студентов-педагогов.